Кирилл Камбаров далеко выбивает мяч от собственных ворот. Лукас Бариус, человек, хотя достойно проявил себя в матче с Ростовом, выйдя на замену. Именно с него началась вторая результативная атака москвитаковцев. Потребуется для того, чтобы притереться друг к другу. Это особенно касается взаимодействия Сухи и Инсауральда в центре обороны. Рыдько. И довольно быстро спартаковцы у соперника этот мяч отбирают в центре. Не знаю, зачем Шинник играет через мозгом, его почувствовал или услышал подсказку. Пока довольно вязкая игра. В большей степени она развивается на половине поля Шинника. Неплохо сейчас из-под прессинга вылезают спартаковцы. Хороший пас, проникающий, по-моему, Яковлева. Сбили здесь, конечно, загубил эту комбинацию. Пытался, очевидно, не собирается лезть вперед на баррикад. Коста. Отличная передача из центра. И здесь Кода очень уверенно играет. Четко занял позицию. И было это не в рамках национального чемпионата, а именно в рамках Кубка. В сезоне 2001-2002 дома ярославцы в августе превратил в отсутствие какой-либо опасности в своей вратарской и штрафной площади. Пока лучшими являются болельщики. Квода сейчас собирается выбивать мяч. Ну а Линдри вам тоже, наверное, известен. Это защитник из Кот-д'Ивуара. Вот сейчас ведет борьбу с Аразом Асбилисом, его проигрывает. Может быть, это все скажется, когда Шинник подустанет во втором тайме. Квода. В этой массированной обороне Шинника ее взломать. Не хватает скорости, не хватает решений, не хватает пространства. Ставит ли это Спартаку вину? Очень много пока неточных передач. Интересно, собирается ли Шинник играть поактивнее впереди? И собирается ли он... Дученко. Бариус решает в одиночку обыграть Кода. Не получается у него это сделать. Такой темп полностью устраивает Спартак. Хороший перевод сейчас на правый край. Асбилис. И Кода. Камбаров. Навешивает Дмитрий. И здесь с двумя защитниками ведет борьбу Бариус. Естественно, проигрывает он в конце концов эту дуэль. Тяжело. Игрока соперник. Отправляя мяч в аут. Но в любом случае Шинник сегодня не так много атаковал, чтобы сказать о надежности пары за... Его умение находить всегда нужную для себя зону только восхищает и еще больше добавляет мнение о том, насколько Денис командный игрок. На 67-й минуте он вышел в матче против Салюта, который еще закончился поражением Шинника 0-4. Знаете, такой популярный мем в сети интернет ходит. Если не знаешь, что делать, то вот надо делать то-то. Вот мне кажется, если не знаешь, что делать, то там обязательно окажется Глушаков, и он за тебя сделает. Если бы не пенальти, то игра бы, наверное, не открылась. Кода.